Привет, с вами Алигит. Решил сделать коротенькое, но возможно будет кому-то полезное видео о 10 полезнейших предметов с AliExpress, на многие из которых вы можете найти отдельные обзоры на моем канале. Итак, первое, о чем хочу рассказать, это контурный дубликатор. Полезнейший инструмент, позволяющий с точностью копировать прилагающую к нему поверхность. Применение у него огромное. Ремонт домов, строительство, возведение камнем каких-то садовых ландшафтов. Ну не знаю, какие-то, к примеру, черчерные работы, в общем, много всего. К примеру, вырезать какую-то плитку с точности по размеру. Подобрать точно от кос или обналичку. В общем, он значительно упростит какие-то процессы работы, сэкономит время и потраченный зря материал. Ну и, собственно, считаю, что такая штука должна быть в каждом доме. Карманный видеопроектор Bentek P10, который можно взять куда угодно. Ну, так как его мобильный размер позволяет его реально носить прямо в кармане, потому что он практически с размера со смартфон. Можно залить какие-то фильмы на флешку или подключить его к смартфону по Bluetooth. Ну и как вы понимаете, за счет его собственной автономности, так как в нем есть аккумулятор, его можно взять куда угодно. К примеру, куда-нибудь в поход и транслировать видео прямо в палатке. Ну, в общем, какие-то путешествия, в командировки, на деловые презентации. Девайс очень полезный, ссылка в описании. Беспроводной автоматический воздушный насос от Xiaomi. Если вы любитель велопрогулок, то эта вещь специально для вас. Аккумулятор у данного велонасоса на 2000 мАч, который позволяет накачать значительное количество велосипедных камер. Конечно же, есть режим накачки автомобильных колес и спортивных мечей, где вы можете выставить нужный предел давления, до которого будет накачивать этот насос. Ну а вакуумный упаковщик продуктов от компании Tintalice с момента приобретения незаменимая вещь на кухне. Он, знаете, друзья, продлевает срок службы продуктов и сохраняет при этом запах. Пользоваться им очень удобно, ссылку вы найдете в описании под видео. Светодиодный светильник от компании Xiaomi. В своем светильнике вы можете поменять температуру света, настроить разные режимы и прикрепить его практически куда угодно. Данный девайс еще имеет датчик движения. При обнаружении движения он включает свет. Соответственно, это классная штука, которая многим может пригодиться где-то на лестнице, в каком-то гардеробе или темном шкафу. Газовая горелка на баллончик уже просто незаменимая вещь для разжигания углей в мангале. Ну или знаете, даже в сварке, в том числе в сварке металла. Кстати, при помощи вот таких вот специальных припоев, которые также продаются на Алиэкспрессе, ну по типу TNS-2000 или Castalina-192. Но они представляют собой цинковую трубку, наполненную порошком флюса по центру. Благодаря той горелке и вот этому припою можно поить разные металлы, в том числе алюминий. Так что если внезапно прохудился радиатор, такая штука должна быть всегда под рукой. Ну а лазерный нивелир – верный помощник в строительстве или в ремонте. Инструмент имеет 4 вертикальных линии, которые пересекаются на потолке, и одну горизонтальную линию. Он позволяет легко и точно поклеить плитку, положить кафель, наклеить обои или сделать откосы. Ну, в общем, масса применений. Его точность, проверенная на отвесе гидроуровня, реально удивляет. Автоматический электрический мойщик пригодится не только автомобилистам, но и в бытовых условиях. Ну, к примеру, для наружной мойки окон. Достаточно просто опустить насос в емкость с водой, включить его, и вот у вас уже 9 бар. Естественно, есть разные варианты распыления и регулировка мощности. Ну и как не рассказать о многофункциональном измельчителе овощей. При помощи него можно быстро нарезать морковь, сыр, редис и даже сделать картофельные чипсы. В общем, он может упростить какое-то кулинарное действие и сэкономить вам время. Ссылку на него и на другие товары топа вы найдете в описании под видео. А я надеюсь, видео было полезно. Для меня будет лучшей благодарностью, если ты, друг, подпишешься на мой канал, поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях. И вот приятный комментарий замотивирует меня продолжать стараться для вас. Тебе пустяк, а мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока.